Представляем канал Edit Media и оказываем услугу «Цветы для тебя». Эдуард, мы вас поздравляем с прекрасным юбилеем. Желаем вам счастья, удачи во всем, здоровья и, самое главное, долголетия, чтобы вы успели радоваться всеми вот дарами жизни. Этот букет цветов от... сейчас вам скажем, от кого. И торт, чтобы вы угостили ваших гостей. И шампанское. Поможете? Да. И вы как думаете, от кого этот сюрприз? Или мы вам скажем? Я пока не догадываюсь. Может, вы мне подскажете? Этот сюрприз. С волнением звонила нам ваша мама. Она поздравляет вас и желает всего самого-самого наилучшего в жизни. И отправила нам такое поздравление, которое я попросила для вас прочитать от нее. Дорогой мой сынок, мама тебя поздравляет с 30-летием. И пусть ты совсем взрослый, я всегда буду переживать за тебя и молиться о твоем счастье. Желаю тебе в твой день рождения, милый, достигать невероятных высот в этой жизни, успешно завершать любое дело, искренне любить близких людей и с улыбкой встречать каждый новый день. Я желаю тебе покорять все вершины, даже самые высокие. Пусть сила и стать в тебе остаются с тобой на всю жизнь. Будь всегда хозяином своей судьбы. Будь везучим и успешным во всем. Умей решать все проблемы. Я верю в тебя. Пусть дорога, которую ты выбрал, будет обязательно правильною. Пусть во всем тебе помогает Господь. Счастья тебе, здоровья и большого жизненного успеха. Вот это поздравление, Эдуард, мы получили от мамы Людмилы с Кишинева. Она искренне вас поздравляет. Очень приятно, неожиданно и очень приятно. Нет слов у меня просто. Я очень сильно люблю ее и очень жаль, что она не могла сегодня приехать к нам. Еще раз спасибо большое за поздравление. И как вы сегодня празднуете? Вот кто рядом? Будем праздновать в кругу друзей, в кругу родственников. Не особо пышно ничего не будет. Просто как бы соберутся все близкие, посидим, отметим круг семьи. Эдуард, вы сегодня такой прекрасный юбилей празднуете. Скажите нам, что самое главное в жизни для вас? Для меня в жизни главное – это, естественно, моя семья, чтобы все были близкие и здоровы. Как бы на данный момент это в жизни главное, я думаю, семья. И, соответственно, уже дальше благополучие и так далее. Родители, конечно, которые поддерживают. Дай Бог им здоровья. Спасибо. Спасибо еще раз. Вы знаете, что сегодня и для вашей мамы особенный день, потому что она 30 лет назад стала мамой и очень переживает за то, что она далеко и сейчас не рядом с вами. Она искренне вас поздравляет и обнимает всех и желает всего самого-самого наилучшего в жизни. Кристина, у вас есть поздравления для мужа? Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, главное, успеха в жизни, терпения, благополучия, сил вырастить деток наших прекрасных. И мы тебя очень сильно любим. С днем рождения. Эдик, я тебя поздравляю, с днем рождения. Много-много-много лет тебе вперед, без ремонта, как говорится, только здоровечко, всего самого-самого лучшего. Всего, что я бы сама себе пожелала, я тебе желаю. Самое главное, я не знаю, на данном этапе мудрости и терпения. И двигаться вперед, никогда не сдаваться. Вперед и вперед и вперед. Никогда не опускать руки, держать себя на высоте. И мы очень тебя крепко любим. Желаем тебе удачки, удачки, еще раз удачи. И пусть все ваши планы и мечты сбываются.
Вот это было и самое-самое главное пожелание от вашей мамы. Она верит в вас и желает вам удачи. И с юбилеем. Спасибо. Спасибо большое. Телеграммы летят в окно. Порой не всегда везло. Не печалься,